Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас в програмі «Розмова на тему». І одразу на самому початку програми я хочу запросити вас послухати пісню. Власне, вона і визначить тему нашої сьогоднішньої бесіди. Отже, пісня, з якою ми сьогодні розпочинаємо. Отже, друзі, я представляю гостя нашої сьогоднішньої студії, засновник фестивалю пісні Старого Яхт-клубу, і ви зрозуміли, що ми будемо говорити саме про нього. Композитор, виконавець, заслужений працівник культури України Євген Долгов. Добрий день, Женя. Спасибо, добрий день. Добрий день, дорогі друзі. А традиційний фестиваль, традиційна наша встреча перед этим фестивалем, вот уже который год подряд мы в студии перед фестивалем встречаемся, рассказываем николаевцам, что их ожидает. Но в этом году праздник особенный, потому что это 10-й юбилейный фестиваль, конечно, песни, да, Старого клуба. Ну, дальше тебе слово, представляем фестиваль этого года. Учитывая, что это юбилейный фестиваль, мы хотим его отметить достойно, вместе с нашими дорогими николаевцами, потому что наш общий праздник. Мы вспомним всех друзей, которые помогали фестивалю многие-многие годы, наградим их замечательными медалями оргкомитета фестиваля. На фестивале будут звучать, как и в предыдущие фестивали, новые песни, новые стихи о Николаеве, о Яхт-клубе. Появятся новые исполнители и как бы люди, которые уже известны николаевцам давно. Я имею в виду Федора Сычева и Дениса Мисанчука. Это хорошие исполнители, хорошие музыканты. И новые ребята, которые, сказать, новое поколение музыкантов николаевцев, которые представить достойно свое творчество на фестивале. То есть много будет всего интересного. Фестиваль будет длиться, я думаю, часиков 7, не меньше. Ну, в общем, это традиционно так, и вначале отрабатывается. Но я не хочу говорить ретро-программа, это не совсем верно. Нет, не ретро, конечно. Звучит, потому что звучит музыка достаточно современная, да. И завершает уже фестиваль такой молодежный блок. Да, конечно, там сейчас очень много молодежи, совсем... там как бы есть, да, сказать, очень, да, много молодежи, не меньше, чем людей, как бы сказать, моего возраста, сказать, старого поколения, будем так говорить, музыкантов николаевских, да. Но там будет и много молодежи, которые просто поют песню, популярную музыку. Молодежи, да. И вот уже тоже стало какой-то такой, ну не то чтобы традиция, но это примета такая фестиваля, туда уже когда наступает темнота и наступает молодежный блок, да, съезжаются байкеры, это звучит
Да, безусловно. Качественный достаточно. Отдельно рок. Будет, значит, идти рок-фестиваль, где примут участие интересные, значит, наши николаевские рок-коллективы. И группа «Апельсин», и «Проспект Мира», значит, и «Проспект Мира» — это вообще просто да. Из николаевцев это одни из монстров практически. Да, конечно, да, рука. Безусловно. Уже не... самая «Апельсин», в общем-то, эта команда очень известная, не только на Николаеве, но и далеко за пределами нашего города. Поэтому молодежи будет интересно послушать их творчество, вне сомнений. Ну, я все-таки чуть ближе к программе для тех николаевцев, которые помнят верхнюю и нижнюю танцевальные площадки яхт-клуба. И отдельно в программе фестиваля обозначены звезды николаевской эстрады, танцевальных площадок того времени. И отдельно известные художественные коллективы, композиторы и певцы. Вот я сейчас о звездах, о тех, кто там играл. К сожалению, жизнь такова, что каждый год имен становится меньше. Но тем не менее... Будет блистать Виктор Белоног, которому исполнится скоро 78 лет. Замечательно, с гитарой живьем он споет, замечательно. Ну, я думаю, что, так сказать, более молодое поколение – это Виктор Волкомор, Федор Сычев тоже покажет свое творчество, Геннадий Алехин, Валерий Коврижный, тоже это человек, который играл на верхней площадке на бас-гитаре, он тоже покажет свои новые песни. Он в прошлом году дебютировал как исполнитель, в этом году он решил продолжить свой, значит, сказать, свой опыт фестивальный, и он будет тоже петь свои новые песни. Ну, ребята помоложе – это, конечно, Валерий Яковлев, Сергей Васильев, Лена Монахова, Саша Иванов. В общем, достаточно большая когорта музыкантов, которые по-прежнему в строю, которые всегда будут радовать нас своим творчеством. Ну и по-прежнему, насколько я знаю, не задается какая-то определенная тема фестиваля или задача. Это музыка любимая, это музыка, которую николаевцы встречают с удовольствием. Да, это музыка разная совершенно. Будет звучать, и будет джазовые коллективы, кстати, участвовать в коллективе, и рок-коллективы, и популярная музыка, и шансон. И бардовская песня, тоже замечательная. Наш Александр Бирский примет участие, которая замечательная песня, я считаю, лучшая песня. А яхт-клубе, о яхт-клубе, о сухом фонтане, да. Сухой фонтан, яхт-клуб, да, действительно, у Александра Вербицкого это вполне можно считать неформальным гимном микрорайона, хотя не совсем правильно, микрорайона. Для всего города, конечно. Для всего города, но Саша очень талантливый исполнитель, конечно, и рад, что он будет участвовать и в этом 10-м юбилейном фестивале. Но я думаю, что ты согласишься, что все равно вот этот район города, яхт-клуб и Сухой фонтан, у него какая-то своя абсолютно особенная аура. Это что-то совершенно специальное, и я думаю, что все николаевцы это понимают и знают, а гости наверняка чувствуют. Да, во-первых, значит, специфика как бы этого района, учитывая, там находится рядышком наш красавец Южный Буг, опять же, да, и наличие в свое время здесь двух танцплощадок великолепных, где собирались толпы людей, да, вот центр культуры в свое время, центр общения молодежи. И вот как бы из этого общения появились новые поколения музыкантов, и не только музыкантов, хороших людей николаевцев, достойных. И не случайно приходит много людей вспомнить именно это время. И сейчас появились новые музыканты, естественно, идет смена поколений. Но вот особенность этого фестиваля как бы показать всю палитру музыкальную, палитру города Николаева. С одной стороны. С другой стороны, значит, объединить все поколения музыкантов, которые еще в строю, и старое поколение, старшее, вернее, поколение, и среднее, и совершенно молодежь. Фестиваль традиционно посвящен годовщине Николаевской области. Ей в этом году исполняется 78 лет, 226-й годовщине нашего любимого города, потому что вот буквально через две недели после фестиваля 12 сентября Николаев будет праздновать День города. И 95-летию Национального университета кораблестроения имени адмирала Степана Макарова. Университета, в котором, ну, наверное, тоже своего рода раритет. Студенческий клуб «Корабел». Да, конечно. Да. Это как бы НКИ всегда был очень серьезным вузом в масштабах всего Советского Союза. Он, в принципе, таким остается сейчас. И не случайно клуб «Корабел», которого через два года исполнится 50 лет, он по-прежнему, как бы, кует кадры, так сказать, культуры и искусства для нашей страны. Я не буду вспоминать, все знают прекрасные братья Меладзе и группа «Гаудамус». Кстати, я приглашаю на фестиваль, придут ребята с группы «Гаудамус», те, которые живут в Николаеве, группа «Апрель», а также театр «Диалог». Они будут присутствовать, может быть, захотят выступить, сказать пару слов на фестивале. Но надеюсь, что или кто придет, уже скажет пару слов, потому что все-таки это фестиваль посвящен 95-летию НКИ, нашему внуку, и это серьезное событие, безусловно, в истории и нашей страны, и нашего города, и, естественно, нашего вуза. Я хочу сказать, что этот 10-й фестиваль юбилейный проходит при поддержке городского головы Юрия Гранатурова и
администрация Заводского района, глава администрации Вячеслав Карцев. А также хочу сказать добрые слова в отношении постоянных партнеров фестиваля, моих прекрасных, замечательных друзей, которые в течение многих-многих лет, а некоторые в течение всех фестивальных лет, я имею в виду фирму «Завод Экватор» и Сергея Кантера, поддерживал наш фестиваль. Кроме «Экватора» нас поддерживает группа компаний «Орексим», генеральный директор Сергей Песежнюк и зам генерального директора Юрий Козырь, фирма «Николаевский завод железобетонных изделий» Виктор Кисельченко, постоянный партнер фестиваля, сеть «Аптек медицины для вас» Юрий Дорогой, фирма «Лакталис» Игорь Фуркало. Хочу отметить, что в этом году нас поддержал Владислав Чайка, сын Владимира Владимировича Чайки, его фирма «Парус Плюс» и известный музыкант Марк Пузис. Ну, то есть спасибо большое им, потому что без их помощи это было просто бы невозможно. Невозможно. Естественно, еще Николаевский полтарев союз, Иван Белоус, мой замечательный товарищ и друг, он всегда с нами, он тоже является партнером 10-го юбилейного фестиваля песни старого клуба. Ну, и я практически напрашиваюсь, потому что я же на Николаевском областном телевидении работаю. Ну, телевидение, без телевидения, информационное без нашего телевидения, нашего областного, которое я очень люблю, и его любят все. И большое, огромное спасибо за поддержку фестиваля в течение 10-летнего периода большого, за прекрасные репортажи с этого фестиваля. Большое спасибо телевидению, а также спасибо большое кабельному телевидению и двум замечательным газетам. Газета «Южная правда» и газета «Вечерний Николаев». Это наши постоянные друзья. Спасибо и огромное. С афишами помогает «Ризографика» с ДМом. Да, тоже «Ризографика» и фирма ДМ, да. В общем-то, здесь много друзей, которых я мог про кого-то забыть сказать, просто... Ну, это в любом случае, всем спасибо, и еще раз напоминаю, мы начали с этого, что традиционные песни старого клуба, они в последнюю субботу августа, 29 августа, в 5 часов вечера, в старом клубе собираются друзья. Жень, я еще хотела вот о чем поговорить. Вот уже который год получается так, что появляются, кроме новых жанров, появляются еще и новые адреса. Ну, как мы говорим, да, география фестиваля. Понятно, что мы не говорим про все украинские фестивали, но о том, что... Это чисто Николаевский фестиваль. Николаевский, да, он со своим чисто николаевским характером. Да. И приезжают люди из области, да, для которых тоже этот фестиваль Я стал праздником. Я называю этот фестиваль, это фестиваль николаевского народа. Лучше всего николаевского народа, отдельно николаевского народа, живущего в Николаеве, Николаевской области, приезжают на этот фестиваль. Да, правильно, действительно, в этом году и тоже приедут ребята из Баштанки, народный ансамбль «Зоряный шлях». И придет, значит, с Веселинова приедет Евгений Платовский. И приедет, ребята, группа «Визит» из Новой Одессы. То есть то же самое. И районы представлены очень хорошо, прекрасными музыкантами, которые выступят на фестивале. Плюс здесь большой, значит, коллектив заслуженных артистов здесь у нас. Заслуженный деятель искусства Украины Олег Кедис. Заслуженный работник культуры Украины Екатерина Черныш. Заслуженный артист Украины Александр Сычев. Тоже ребята, которые постоянно участвуют в этом фестивале. Заслуженный работник Украины Евгений Долгов. Я знаю, что ты тоже готовишь к фестивалю премьеру. Я готовлю до новую песню, которая будет называться «Ливаневский причал». Но остальное я расскажу во время фестиваля уже. Не буду говорить. Ну да, я тоже... но я просто подумала кроме о том, автор, что... Автор стихов не буду говорить. Сейчас именно время этой передачи, я скажу об этом непосредственно на фестивале, представлю его. Я просто к чему, что я подумала, что это тоже, ну, наверное, для тебя, это тоже какая-то вся моя такая жизнь. Связь, вся жизнь. Вся да. жизнь, да. Причем приезжают ребята из других городов Украины, из других городов, других стран, и с удовольствием, значит, прикасаются к этому куску Николаевской земли, который совершенно уже не похож на тот, конечно, сказать, Ливаневское чудище, в котором мы жили, воспитывались и получали удовольствие от жизни, сказать, это, к сожалению, уже другое место, но таковы реалии жизни. Таковы реалии жизни. Да, да. Все равно мы любим это Ливаневское училище, оно по-прежнему в памяти каждого из нас, кто жил и живет в этом училище. Опять же, несколько неожиданный такой поворот. Со сцены фестиваля в этом году будет звучать флейта. Да. Мы уже привыкли к тому, что есть неожиданности, ну не то чтобы неожиданности, что со сцены звучит не только музыка, звучат стихи, приходят николаевские поэты, которые с удовольствием читают да, свои стихи на этой площадке. Лучшие поэты нашего города, не да, сомнений. Но вот неожиданно. Флейта Виктор Макушин будет блистать на фестивальной сцене в этом году. Это замечательный художник, скульптор и при этом прекрасный
очень блестящий музыкант. В принципе, я знаю его лично, это прекрасный человек. Но удивительная его история, так сказать, овладение, значит, таким сложнейшим инструментом, как флейта. Потому что он, не имел раньше музыкального образования, научился играть блестяще на этом инструменте. И сейчас солист областной филармонии, был солистом и является солистом камерного оркестра. То есть это очень, очень одаренный человек, и он в этом году выступит. Будет дебютантом нашего 10-го юбилейного фестиваля. Я просто сейчас помнила, что был у фестиваля еще один большой друг и очень уважаемый в Николаеве человек. Я знаю, что тоже очень любил его, художник Анатолий Петрович Завгородний, да, который конечно. Тоже да, освоил фортепиано в армии, служил в армии, освоил фортепиано, и так, что ему предлагали играть человек. В филармонии. Да. Удивительный человек, да, вот такие необычайные таланты на нашей земли. А вот так получается, что музыканты многие, вернее, художники, да. становятся одновременно музыкантами, являются прекрасными. Значит, да. Александр Покосенко, наш прекрасный, да, значит, да, да. он великолепно, значит, играл на духовых инструментах. И на аккордеоне играет на хорошо. Аккордеоне, да. Играл в духовом оркестре, играл. При этом замечательный наш художник. К сожалению, сейчас да, такие, значит, такие примеры есть. И мне бы хотелось еще несколько слов, чтобы сказали о том, что этот фестиваль – это еще и площадка для тех музыкантов, которые в своей жизни, обычной, повседневной жизни, они занимаются совершенно другой работой. Это состоявшиеся в своих профессиях в разных очень люди. Кто-то занимается общественной работой, кто-то занимается… Есть юристы, есть ну, предприниматели, но собираются в коллективы, играют. И многие из них ждут песен «Старого клуба» для того, чтобы тоже поделиться своими какими-то… Такие есть примеры наверняка, но вообще да. особенность нашего фестиваля, что у нас как бы участвуют в основном профессионалы или люди, которые близки к профессионализму, то есть полупрофессионалы. Нет, но это же не значит, что музыка, которую они играют, звучит непрофессионально. В молодости Нет, согласен, многие из них да. тоже играли Среди на площадке. Среди конечно, много ребят, которые, значит, да. тоже кончали, в том числе НКИ, при этом стали музыкантами, так сказать, и в дальнейшем музыка для них стала основной профессией. Таких примеров очень много. У нас в клубе «Корабел» те же братья Меладзе, инженеры, и все остальные, кто вышел с наших рядов. Но что? В программе будет все это, поэтому еще раз приглашаем всех николаевцев присоединиться. Да. Да. Приглашаем на фестиваль, который 29-го начнется ровно 17 часов. Погода обещает быть хорошей. Да, по крайней Собирайтесь. Мере, пока, да. Будем общаться, будем слушать музыку, да. будем встречаться с друзьями. 29 августа в 17. Ну и мне еще хотелось несколько слов сказать о песне, которая тоже традиционно, вот у фестиваля много своих сложившихся за эти годы традиций. Это, одна из них – это первая песня гимн фестиваля, которая прозвучала в самом начале, и песня, которая завершает фестиваль. К сожалению, так получается, что последние два года фестиваль проходит в сложных условиях. Да, в стране, безусловно. По сути, в стране война, да. действительно, да. и правильно, наверное, что… отменяются сегодня фейерверки, да, не нужны они сегодня, но тем не менее, вот такие праздники, как песни Старого клуба, они нужны, они проходят. Да, они песня называется «Единая семья», на слова да. Лариса Матвеева, в общем-то, она в этом и заложен, значит, ключ, как говорится, призыв, как говорится, к единению людей, потому что Николаев всегда это было братское сообщество, это всегда был очень толерантный, значит, сказать, город разных профессий, разных национальностей, разных вероучений, так сказать. И тем не менее, это город дружбы, любви. Поэтому основная суть нашего фестиваля – это то, чтобы народ жил в мире, будем так говорить, как всегда было в Николаеве, в нашем замечательном городе, и вообще во всей стране нашей. Я дякую. Я дякую, Євген, що сьогодні побував в студії, що ми запросили миколаївців на це свято, власне, за те, що воно відбудеться вкотре. Обязательно. І подарує нам кілька хвилин, годин. Спокою, радості, відчуття ліктя наших сусідів, друзів, земляків. Отже, зустрічаємося під час фестивалю пісні Старого Ятклубу 29 серпня о 17 годині в Миколаївському Старому Ятклубі. Дорогі, дорогі друзі, ми чекаємо вас в Ятклубі 29 августа. Дякую ще раз. Ну, а наприкінці нашої програми, ми з вами прощаємося, наприкінці нашої програми ще один, я абсолютно впевнена, неформальний гімн нашого міста, з яким ми з вами прощаємося. Хай щастить в ефірі, побачимось.
Волгою, где впадает Ингуш, Южный Буг, тишину сторожа тополя. Швартовала к твоим берегам, Николаев надежный причал. Пусть умеем мы молимся разным богам, общей родиной гордостя. Мы братья, мы друзья, единая семья. Yeah.